Светлана Панкратова вместе с коллегой принесла в областную детскую библиотеку несколько новых книг «Приключения Буратино», «Семь подземных королей». Все эти издания станут подарком для библиотек областных. Так Светлана внесла свой небольшой вклад в акцию «Ко дню книгодарения». Поддерживаем уже не первый год эту акцию, считаем ее очень полезной. И будем рады, что принесет пользу детским библиотекам нашей области. Областная детская библиотека поддерживает акцию уже четвертый год подряд. В 2021 году собрали почти 800 книг, в этом пока что 240. Но время еще есть. Сбор открыт на ближайшие 3 недели с 24 января по 14 февраля. В этом году мы собираем книги для 3 сельских библиотек, по одной из Рязанского, Кадамского и Александро-Невского района. Ну, надо сказать, что достаточно широк круг дарителей. Нас очень радует, что детские сады, воспитатели и родители очень поддерживают эту акцию, передают нам достаточно много книг. К акции присоединяются рязанские заводы, местные издательства, учебные заведения, семьи, что и говорить, даже сами библиотекари ежегодно дарят книги. Достаточно много очень ярко иллюстрированных книг современных, зарубежных и российских авторов с хорошими иллюстрациями. Участником акции может стать любой желающий. Нужно только помнить, что это день книгодарения, а не передаривания старых книг. Поэтому одно из важных условий акции – новая качественная литература, издание последних 3 лет. Книги можно отнести в Рязанскую областную детскую библиотеку по адресу Почтовая, 63. И уже 14 февраля может быть подаренную вами новую книгу с полки областной библиотеки возьмет в руки совсем юный читатель. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».